Друзья, всем привет! С вами Леся, и сегодня опять я к вам примостилась со своим видео, непонятно куда. Но самое интересное, это я хочу вам показать свои покупочки из магазина Fix Price. Всей семьей мы ходили сегодня в Fix Price, муж, дочка, они тоже себе там взяли кое-чего, но я вам покажу только свое женское и косметическое, да, то есть муж там брал контейнеры для инструментов, розетку, что-то еще там какие-то штуки, дочки мы брали как бы так книжную продукцию, да, то есть там с наклеечками, игры, всякое такое, коробочки с мимимишками, ну, в общем, что нашли, то взяли. Чек достаточно у нас большой получился на 385. Мы, в общем, сегодня с таким хорошим настроением пошли в Фикс Прайс. Ну, давайте не будем этой лирики. Начнем с покупок, и начнем мы с вот таких вот классных продуктов, а именно это у нас скраб для лица от Нивея. Это один из трех скрабов био, у них серия, и конкретно этот, он идет с черникой. Девочки, мне он так нравится. Если вы меня смотрите постоянно, вы помните, что я эти скрабы, есть еще с алоэ и с малиной. Я эти скрабы еще заказывала с Польши, когда у нас они не продавались. Так мне хотелось их попробовать. И они мне очень понравились. Особенно вот этот вот с черникой. Также понравился мне с алоэ, а вот с малиной меньше всего. Именно малину я бы не повторяла. Я когда увидела эти скрабы, и они стоят 149 рублей каждый. Я, кстати, не знала, сколько они стоят, но я так подумала, что в любом случае они стоят дешевле, там не было ценника. Я говорю мужу, бери два. Хорошо, что муж был, потому что иногда мы с дочкой просто ходим, и я просто не могу дотянуться до самой верхней полки. Я 1,50 м, девочки, у меня муж 1,90 м, он мне все с верхних полок сегодня доставал. В общем, разгулялась я. Взяла вот этот вот скраб в двойном экземпляре, потому что он классный. Он гелевый, и в нем такие мелкие, деликатные скрабирующие частички рисовые. И он так приятно пахнет, просто супер скраб, мне он очень нравится, он не травмирует лицо, он хорошо и дочищает, да, как-то. Очень-очень люблю этот скраб, и я вот вам от души его советую, потому что это не второй, не третий, не четвертый, не пятый раз, когда я его купила, покупаю, буду покупать. Особенно за такую стоимость, это вообще мана небесная. Я первый раз его, наверное, каждые рубли за 300 брала, ну то есть они достаточно дорого стоили. Так, следующая дочка увидела опять, моя Алиса увидела Алису от марки Свобода. Это у нас мыльные краски, девочки, и это у нас желтая, зеленая и малиновая. Мы их уже покупали. Я вам скажу так, что особо смысла в них нет. Знаете почему? Потому что это тюбик. Так, я немножко поменяла место для съемки. В общем, по поводу этих красок. Это, ну, такая вещь, смотрите, вот ребенок берет в ручку, нажимает на этот тюбик, и все буквально за 2 секунды оказывается либо в ванной, либо на тельце. То есть, ну, это минуты на 2-3 тюбика. То есть, ну, просто ребенок нажимает. Если бы это было с помпы, можно было бы как-то поиграть, да, то есть, ну, это просто вот чисто на 2 секунды для игры. Ну, ребенку нравится, ребенку хочется, пожалуйста. Ладно, они достаточно яркие, не очень приятно пахнут бабл-гамом. Пускай ребенок повеселится, но честно вам, девочки, скажу, что это вот, ну,
уйдет за 2 секунды, не дольше, а может у кого-то и быстрее. Ну, вещь по-своему прикольная, наверное. Следующее, что я наконец-то взяла, который раз хочу взять, но опять же, я, девочки, не дотягиваюсь до верхних полок, поэтому наконец-то мне муж пришел на помощь. Я себе взяла вот такое вот масло для волос. Я начала считать, что это такое. По факту это маска для волос, которую вы наносите на волосы на 3-5 минут и смываете. Почему назвали маслом, я не знаю. Может, потому что здесь масла в составе. Кедровое густое масло для волос, питательное. Давайте с вами откроем. Ничего, что я открою, мне ничего в запасе нет, поэтому мне эти продукты в этом месяце и пойдут. Вход в дело, смотрите, тут так прикольно. Вы знаете, да, после вскрытия здесь 30 дней, по-моему. Живая косметика. Мне очень понравились гели для душа, поэтому я решила, что маски я тоже хочу попробовать. То есть, ну, там месяц после вскрытия. Так. Ой, как приятно пахнет. Ой, как приятно пахнет. Какой приятный аромат. Вот аромат они делать умеют. Я в восторге от гелей для душа. По ароматам они прекрасные, по качеству. Но тут просто... Ну, видно, да, что она такая масляная. Как же, девочки, это потрясающе. Ну, почему все бренды не могут делать такие прекрасные ароматы? Ну, почему? Он такой приятный. Он сладкий. Какой-то растительно-цветочный. Что такое вкусное? Ну, в плане, как вкусное? Не еда, нет, это не еда, это вот именно какие-то такие растительные компоненты. Что-то вот такое вот лесное, полевое, потрясающий аромат. С большим удовольствием буду пользоваться. Так, следующий у нас товарищ. Опять же, это у нас органовая маска для волос. Тут уже написано, что это маска. Супер фреш, без консервантов. Давайте ее тоже откроем, понюхаем, потому что... Ох, эти ароматы, они так манят. Открываешь консервную баночку со шпротами. И это приятно пахнет. Похожий аромат на предыдущий, но все-таки немножко другой. Здесь у нас вот такая вот консистенция. Это уже маска, тут таких маслянистых как бы пятен разводов нету. А вот именно вот... масочка. Приятный аромат. Какой-то такой вот растительный, сладкий. Но не приторный, а вот натуральный. Знаете, вот травами какими-то пахнет. Классно. Ароматы супер. Просто реально очень классно. Вы знаете, я просто так запахи не буду никогда хвалить. А тут, ну, почему бы не похвалить, если хорошо. И репейная маска для волос. Сила и густота волос. Такая вот масочка. Репейная. А то было одно масло, а это все маски. Давайте мы это понюхаем. Ну, они, конечно, молодцы насчет упаковок. Насчет идеи. Вот прям вообще молодцы. А вот это пахнет вообще по-другому. Действительно, запах репейный. Цветочный такой. Весной пахнет. Там вот, ну, вот такая вот масочка. Все очень густое достаточно. Не вода, девочки, не вода. Здорово, буду пробовать. Тем более, они стоят по 55 рублей. Это вообще цена. Пробуй, не хочу, называется. Так, следующее, что я купила. Купила мыльце от Nivea. Вы не поверите, у меня в запасе всего 2 кусковых мыла. И все, больше ничего нет. Нет, 3. Три. Но они у нас уходят достаточно быстро. Ручки мыть нужно. Когда я увидела, что есть также мыло Nivea, я, конечно, взяла. Там было 2 вида. Свежесть морских минералов и свежесть зеленого чая. Когда-то я покупала мыло Nivea. Они достаточно неплохие кусочки. Выглядят приятно. Пахнут тоже приятно. Поэтому я решила взять и сегодня мыльце. И... стоимость его 55 рублей каждый.
каждый кусочек. Так, следующее, что я вам покажу. Девочки, маски стоят все-таки по 77 рублей. Вот эти вот. По 77, не по 55. Угу. Все правильно. По 77 они стоят. Ну, ничего страшного. Я думаю, что... Не такая уж большая беда, да? Главное, чтобы работало. То есть, гели для душа у них прекрасные. Следующее, что я взяла, это тканевые маски. Вы знаете, мое отношение к тканевым маскам... У меня это как игра, то есть я от них особого эффекта не вижу, вижу какой-то, может быть, там 5% улучшения моментального эффекта, и все. Я их беру вот изредка поиграться, потому что чисто на моей коже нет разницы, использую я маску, не использую, на моей коже вот чувствуется, когда я использую, может быть, хороший скраб. Очень чувствуется, когда я использую хорошую умывалку, хороший крем для лица. Вот это я вижу. А маски – это такое, знаете, удовольствие. Зато посмотрите, какие они красивые, какие они сочные. Суперфуд. Посмотрите, какая красивенная маска. Мирине. Кумкват и голубика. Обожаю голубику. И к кумквату хорошо отношусь. Авокадо и хурма. Смотрите, какие они красивые. Вот даже как дополнение к какому-то подарку, согласитесь, будет приятно такое видеть, очень ярко. Брокколи и ягоды Годж. Такие красивые, позитивные, поднимающие настроение. Ну как можно было их не взять, скажите мне, девочки. Конечно же, я их захотела взять. Стоимость их... Стоимость... 55 рублей каждая. Также не обошлось без проколов. Как же без этого? Вот мне муж говорит всегда, смотри внимательно, читай, что ты покупаешь. Нет, но я иногда делаю проколы, частенько, частенько, хоть где-то, но я не досмотрю, знаете, в азарт вошла, начала все покупать, начала все складывать в корзинку и не досмотрела. Что за 55 рублей от Beauty Visage я беру не тканевые маски, а альгинатные. Ну вот как можно не увидеть, что это альгинатная маска? Пептидное питание плюс увлажнение. Я, наверное, посмотрела, какая красота. Вообще, наверное, я подумала где-то в тайне от себя, что, может быть, это даже гидрогелевая маска, какая красивая. Ну нет. И вот такая вот гиалуроновая. Омоложение, увлажнение. Девочки, я не пользуюсь альгинатными масками. У меня вот максимум может хватить на тканевую маску, и то я ее налеплю и пошла что-то делать. Я не знаю, как люди налепят и лежат. 20 минут лежать без дела. Ну, куда это годится? Может, нужно же столько всего переделать. Короче, я их подарю. Я ими пользоваться не буду, даже не хочу туда смотреть, в эту сторону. Для меня это too much, слишком много телодвижений. Ну, как бы для меня исход не стоит от того, что я буду с ними заморачиваться, что-то делать. Ой, нет, 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 нет. Уж ладно. Отдадим в другие ручки, подарим. Следующее. Тут, знаете, слабонервным не смотреть. Буду показывать прокладки 18+. Потому что меня когда-то смотрела... девушка, и вот она не смотрела, как оказывается, постоянно, но когда увидела, что я показываю прокладки, она от меня отписалась, потому что такое она смотреть не может. Девочки, ну что тут такого? Прокладки. Я не знаю, по 77 рублей. Может, кому-то интересно. Я же их новые показываю, запечатанные. Что тут такого шокирующего? Не знаю, взрослые люди. Я решила взять вот такие вот тинс для подростков. Они идут такие вот веселенькие, цветные, позитивные. Они еще пахнут чем-то, ароматизированные, дышащие. Ну, захотелось мне такие взять веселенькие, прикольненькие. Energy и Sensitive. Вот такие вот две упаковочки взяла. Продаются они
Можно взять от Белла. Почему нет? Когда-то я брала, ну, может быть, и не такие, может быть, старый формат, нормальные штучки, женские. Не раздражают, можно так сказать. Следующее, что я взяла, набор станков от Gillette Simply Venus. Это вот такая вот огромная упаковка. Самые классные, самые мои любимые вот эти вот голубые. Лучше них нет ничего. Вы знаете, розовые есть. Розовые мне не нравятся. С ними порезаться можно. Они какие-то как деревянные. А вот эти вот супер, супер. Обожаю. Постоянно их покупаю. Сейчас у меня розовые. Они мне прям вообще не нравятся. Да, использую их и снова перейду на свои любимые голубенькие. Стоимость их 199 рублей. Так. Ну и последняя, девчонки, покупка. Это салфетки. Стоимость их 77 рублей. Достаточно большая такая упаковка. Честно говоря, у меня дочка их увидела. Розовые единорожки. Что еще для маленькой принцессы нужно? Конечно, она их сразу мне положила в корзину. Ну, пускай в доме пригодятся. Мы постоянно покупаем влажные салфетки. У нас в каждой комнате по большой упаковке влажных салфеток детских. И ребеночку быстро что-то вытереть, ручки, личико, что-то такое по-быстрому. И так в обиходе всегда пригодятся. Ну, супер. Мы любим влажные салфетки. Помимо того, что руки моем 1000 раз в день, также еще влажные салфетки, как на подспорье, в каждой комнате они лежат. С Алоэ Вера. Вот такие вот были женские, такие косметические и около косметические покупочки. Общую стоимость, девочки, я вам не скажу. Я уже обозначила, почему вначале. Хотелось с вами поделиться, рассказать, что новенькое появилось, что да как, своими впечатлениями. Все, всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.